Всем доброе утро. Ну что, лето в полном разгаре. Началось с сегодняшнего дня. Мне кажется, что сегодня очень жарко. Сейчас мне привезут клубнику. Я вам покажу, какую выращивают клубнику. Здесь это домашняя клубника. Я немножко хочу сварить варенье, потому что, ну, свежая клубника, да, понятно, это все очень вкусно, но варенье мне тоже нравится из клубники. Поэтому я жду, сейчас мне привезут, я покажу, что это за клубника. Я у них, там мои игрушки все, из всех стран практически. Так, а Мишка где? А, Мишка там сидит из Америки. Вот такой. Вот он, Мишка. Ох, он на камере такой большой. Он на самом деле очень маленький. Поэтому вот камера увеличивает всегда. Вот эта обезьянка Пунтакана. Там где-то верблюд. Верблюд. А, верблюд тоже. Сейчас достану. Это из Израиля. Израиль. В общем, все игрушки откуда-то приехали. Так что все, ждем с вами клубнику. Так, вот хочу вам показать, какую клубнику мне привезли. Она вообще такая огромная просто. Таких размеров, я не знаю, ну вот так отдаляешь камеру, и вот тогда у нее натуральный цвет. Когда приближаешь, она какая-то розовая получается. Ой, просто огромная. Огромная вот такая клубника. Вот еще. Ну да, розовая на камере. У меня даже цвет ногтей не такой. Так, сейчас я ее буду перебирать, мыть. А запах просто вообще потрясающий. Вот какая. Вот такую выращивают дома. Клубничку. Клубничку. Запах просто не могу. Клубничный рай. Ну, конечно, от вот такой клубники запах теперь стоит вообще на всю квартиру. Я ее засыпала сахаром один к одному. Вот убирала пенку. Ну, тут совсем немножечко пенки осталось. Убирала вот эту пенку. Все равно по чуть-чуть осталась пенка. Засыпала сахаром один к одному. Ой, там что-то у меня. Вот такая. Все, я ее закипятила буквально 2-3 минутки. Ну, даже, наверное, меньше. В основном вот я делаю, закипит и выключаю. Все, так она теперь будет стоять, пока остынет. Ну, полдня где-то. Пока сироп сладкий в нее впитается. Потом снова закипячу ее, чтобы ягодки вот такие целенькие так и остались. Закипячу. Сейчас еще немножечко пенку поубираю. Вот. И еще отставлю. Ну и так вот, не знаю, сколько у меня получается. 3 или 4 раза. И в итоге получается клубника вот такая целая. С ней вообще ничего не бывает. Она полностью напитывается сиропом. Очень сладкая. Вот как будто как мармеладки такие. Я в том году делала очень даже вкусные. Стою над ней. От нее такой аромат идет. Вот этот сладкий. Сладкий такой. Пенку убирать надо. Сейчас доубираю, потому что убирала, видимо, не до конца. Итак, прошло довольно-таки нормальное количество времени. Кастрюли с клубникой были остывшие полностью. И сейчас я их снова поставила на огонь. Буду кипятить минутки 2-3.
Вот такая клубничка напиталась сиропом. Вот уже начинает. Я только сейчас включила. Начинает закипать уже. Так, это тоже начинает. Все, сейчас только она закипит. И через пару минут я ее выключу. И уже теперь только включу завтра. Ночью она постоит, тоже будет напитываться сладким сиропом. Я попробовала, очень вкусно. Даже немного съела с чаем. Клубника такая вкусная, сироп ароматный такой. Так что вот так. Всем доброе утро. Ну что, жара на юге. Проснулась сегодня рано, хотя сейчас с утра. Сейчас выйду на лоджию, посмотрю, какая погода. Хотя вот утром очень хорошо. Не так жарко. Воздух такой. Ну вот уже. Солнечно сегодня будет. Передают 32, по-моему. Так, а я проснулась рано. Пойду смотреть, что там с клубничным вареньем. Так, с клубничкой нашей все хорошо. Я ее накрывала крышкой вот на ночь. Сейчас начну кипятить. Вот так. В общем, дорогие друзья, наконец-таки я доварила варенье. Ну, в смысле, как доварила. Сегодня у нас получилось, утром я его закипятила. И думаю, ну, сейчас постоит, думаю, до обеда. И я его дальше буду доделывать. Ну, сегодня у нас праздник, 12 июня. Мы созвонились с моей подружкой. Она пригласила меня в гости. Я бросила свое варенье и поехала в гости. Вот только приехала и быстрее доделывать варенье. Вот так у меня получилось. Очень даже все. Я приехала, еще его закипятила. Вот так. И получилось ровно все. Значит, сколько? 3 семисотки и 2 пол-литровые баночки. И все. И в кастрюлях пусто, ничего. Надо же было так намыть банки, что все под расчет. Ну вот так. Так, что я вам хочу сказать о том, как я сегодня провела, ну, провела день. Это будет уже следующее видео. Так что ждите. Я его выпущу, наверное, завтра. Было очень интересно. Я ездила в село. Это где-то 40 километров от этого города, от Благодарного. Очень даже хорошо. Посидели, отметили праздник. Так что смотрите все в следующем видео. Всем пока!